Кто такой Джозеф Смит? Он был пророком и основателем нашей церкви. Мы знаем, что Иисус Христос через него восстановил свою церковь после долгого отступничества. Когда Иисус Христос жил на земле, он основал свою церковь, он призвал апостолов и дал им власть, священство. Но, к сожалению, мы знаем, что эти апостолы были убиты, и, к сожалению, их власть была утрачена. Поэтому необходимо было, чтобы Бог призвал нового пророка, и его звали Джозеф Смит. Я знаю и верю, что Джозеф Смит был пророком Бога, и что он видел Бога и Иисуса Христа. И через Джозефа Смита Бог восстановил свою церковь и дал нам власть священства. И принципы, и все, что было в первой церкви Иисуса Христа, когда он жил и служил на земле.